Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале GadgetX. Сегодня я вам расскажу, как обновить свой Redmi Note 5 до MIUI 10. Это сделать очень просто. Я ждал обновления, а его вовсе нет. Тем более, прикиньте, у меня у жены Redmi S2, кажется, да, S2. И ей обновление уже прилетело, а мне на Redmi Note 5 нет. Как-то нехорошо получается, поэтому я решил найти способ, как же обновиться, чтобы не разблокировать загрузчик, там все это самое. Скачал я, значит, нашел, короче, официальную прошивку MIUI 10. Скачал ее с сайта, она там весит 1.5 гигабайта. Закинул на флеш-память телефона, не на microSD, главное закинуть на флеш-память телефона. Не бросайте ни в папку, никуда, просто на флеш-память кидайте. Я все это в видео покажу, я с телефона уже снял, куда заходить нужно, там все очень просто, до невозможности, вообще. В самом телефоне заходите в настройки, заходите в прошивку MIUI, обновление системы. Сверху, справа, кажется, три точки будет, нажимаете их, и там будет надпись такая, установить пакет обновления вручную. Ну или установить пакет обновления, просто нажимаете на эту кнопочку. Попадаете в меню там, короче, он вам также в этом меню выдаст файл менеджер. Заходите в файл менеджер, попадаете во флеш-память телефона, находите там прошивку свою, нажимаете ее, он вам спрашивает, там, согласиться, не согласиться, установить и так далее. Вот, нажимаете установить, все, он проверяет этот пакет обновлений, все ли в порядке, главное, интернет не отключайте. Потом просто перезагружаете телефон, прошивка устанавливается и... Готово, вы с MIUI 10. Вот такое вот короткое видео. Я думаю, это многим будет полезно, и все очень ждут десятку. Ну, к сожалению, пока такой вот способ я вот придумал. Не я придумал, конечно, ну, сделали, вернее, для Redmi Note 5. Хотя и для других тоже возможно такое обновление. Можете на официальном сайте Xiaomi почитать, посмотреть там, если уже выложили какие-то прошивки официальные, глобальные, можете их скачать и точно так же установить. То есть с этим проблем никаких нету. И могу сразу сказать, что от девятки очень хорошо так отличается в положительную сторону десятка. Работать стало гораздо плавнее, гораздо лучше, практически не тормозит. На девятке у меня были тормоза какие-то, были проблемы с камерой, то сейчас этих проблем вообще нет. То есть нормально работает прошивка. Сканер работает, камера работает, звонки, все отлично. Новых обновлений пока не было. Так что ждем. Вот такое вот видео у нас сегодня было, дорогие друзья, так что... Подписываемся на канал, если не подписаны, ставим пальчик вверх, жмем обязательно на колокольчик и ждем новых видео. Всем спасибо за просмотр, пока!